Всем привет, друзья! Сегодня я хотел вам показать еще одну классную идею для секретного прохода. Вот здесь можно на место двери просто поставить бедрок, как сделал я, и получится не только замечательная тайная комната, но еще и замечательный очень бункер. Вот так это все берем железо, так. И что мы делаем? Мы ставим железо вот сюда, бедрок сюда, и как бы все. У нас получается замечательная тайная комната из бедрока с нашими ресурсами. Можно в сундуки положить, что хочешь, абсолютно что хочешь. Потом вот так выходим, заделываем все бедроком. И вот так. Все. И отсюда выбираемся. Тьфу ты. Что ж такое-то? Он разбил. Ай да ладно, сейчас поставлю. Так. Опа. Так, у нас уже ночь наступает. Надо... Да елки-палки. Все время путаю эти кнопки. Так, время. День. Вот так. Так. Теперь мы это все убираем из инвентаря, я сказал. Убираем. Да елки-палки. Так. Берем дерево и обсидиан. Так, обсидиан. И все вот это вот заделываем. Наш тайный проход с тайной комнаты. Вот так. Че, устал, что ли? Мы же только начали, уже утро. Только что проснулся, уже устать успел. Так. Ну-ка, там еще у нас, я вижу, бродячий торговец бродит. Может, мы его зачитерим и загриферим? Ну что, неплохая идея. Идея. Неплохая идея. Да, в прошлом видео, ну точнее не в прошлом видео, а в видео, которое у меня не удалось, потому что мой братик сказал кое-что, то, что не надо говорить на видео, прошу не повторять, Алексей. В нем я показывал, как я ломаю дверь и ломаю кнопки и ставлю на их место бедрок. Ну, как бы любому нубу понятно, как это делается. Чё? Чё тебе тут надо, а? Вот я сейчас тебя возьму и зачитерю. Зачитерю тебя. Ну-ка, где мой ноутбук? Ну-ка, где мой тут ноутбук? Ноутбук. Давай, скорее. Вот мой ноутбук. Так, иди сюда. Ну все, я тебя сейчас буду читерить. Слышишь меня? Слышишь, я тебя сейчас буду читерить. Да. Я буду тебя читерить. Вот так. Ой, я зачитерил свой же компьютер. Так. Вот, на, все. Все, я его зачитерил, он сбежал. Хотя вы отлично понимаете, что это за читерство. Так, все, пошел ноутбук. Я вообще, как бы, я только профессионал, я думаю. А в Майнкрафте далеко не читер. Но, вот, пожалуйста, напишите в комментариях, оцените мой дом. На дом кого он смахивает? На дом нуба, на дом профессионала или на дом читера? Ну, ладно, все. Я тут все заделал. Пойду к себе наверх. Так. Я его вообще... Вот этот дом я сам строил без всяких каких-нибудь там читерских команд. Потому что и без скачивания миров из моего приложения Addons. Кстати, всем, у кого есть Minecraft, советую, кто еще не скачал. То бишь, я не хотел лениться, я просто взял и построил себе этот вот такой шикарный домик. Так, пойду, что я за ноутбуком все время сидеть, пойду вот, буду играть в Майнкрафт в Майнкрафте. Ну все, друзья. Я уже говорил, что если вы хотите видео про крутой мой богатый дом, то вы можете написать, точнее, поставить минимум 5 лайков на любом из этих видео. То есть на любом из 5 частей моего видео про тайную комнату в Майнкрафте. И тогда я выпускаю тогда видео, новое видео выпускаю про свой богатый дом в Майнкрафте. Ну, с вами был я, Егород. Ай! Лёш, ты что там застрял? Ладно, все. Не особо. И всем пока.